Здесь начинала свою партизанскую деятельность пионерка Нина Куковерова. О, боже. Да, кстати, здесь есть улица Куковерова. Вот такие шапки. Хороший, милый поселок. Ну, кстати, да, здесь во время войны были же немцы долго. И пионерки, как Вера, были нужны. Так, ну что? Вновь бесплатные таксофоны. Звоним куда хотим. Да, ну-ка.